Во-первых, не были сданы ни анализы, ни конкретно, что надо восстанавливать. Тот же Игорь Анатольевич Гастюнин, если он планирует курс по КТ, обязательно сначала сдаются анализы, что не в порядке, какие гормоны нужно править, какая терапия и для чего. Вот это вот после курсовой терапии, типа, въеби там кламид, трибулус там и все остальное. И тамоксифен на всякий случай. Зачем? Это может не помочь. То есть вообще, ну как бы ни для чего. То есть я, допустим, у меня болит голова, я не знаю, ешь антибиотики. Там, блять, какие антибиотики? Мне там нужен анальгин. Нет, похуй, ешь эльтитрин. Все так делали, ты ешь, не уебывайся.